Ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Доброе утро. Пижамку выдали, просто из нее ухаживаю. Гляньте, размер вообще то, что надо. Вот. И не обтягивает, и длинные. Ой, как потрясающе. Курить хочу, чтоб стрелял. 10 часов я не курил. Не было во рту сиги. Ну как, вернее. Сига была, но не та. Сига, нюхан. Сига. Алло, ануй. Вставай, ля, разлегся. Видела, разлегся. Как же я скучал по Китаю, как же скучал. Все такие маленькие, такие родненькие. Ну и в номинации «Албин года» победил я. Рюкзак со всей техникой, светом, микрофоном, компьютером. Я забыл, прикиньте, у себя в этом шкафчике. Ее сейчас ждем уже полчаса, пока нам его вынесут. А брат стоит, встречает БТС. Весь состав встречает. Я вам напомню, я перечислю состав БТС вам. Хон Чи Мин, Чоко Пай, Инсулин, Панки Хой. Еще интересное, вы знаете, да, что в Китае 4 это немного несчастливое число, потому как С созвучно со словом С. Ну, то есть 4 будет С и 4 смерть. И вот нам на ручках чемоданчика китайцы желают искренне. Умри, 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 умри. Ладно, шутка хуйня, да? А в голове у меня было разъебалово просто, разъебалово, девочки. Охуеть, какой, ебать я снимаю вообще, просто режиссер от бога, блядь. А на Самсунге уже увидели даже магнитные бури, нахуй. Короче, мы проебали поезд. Не успели, представляете? И взяли такси. Поехали на такси. Стоит это дохуя денег. Ехать 3,5 часа из Циндао в нашу деревню. И тем не менее, все, мы едем. Но самое интересное, сейчас я вам покажу брата водителя. Смотрите у него. Ля, тиктокарь. Там телефонов штук 60. Нахуя им столько? Высказывай. Нет, 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 не молчи. Высказывай. Да, гандон ебаный. Да, 10 дней. Высказывайте, высказывайте, коксенька. И ты не молчи, сладенький. Угу, угу, да, по факту. Ты тоже расскажешь иногда нахуй. Я что, часто уезжаю, скажи мне? Я не часто тебя бросаю. Ты тоже, давай без воебонов. Раз бывает там, ну в 3 месяца съебался на неделю. Это что, трагедия какая-то? Угу. Тоже, ну, блядь, преувеличивает, знаете, слегка переигрывает иногда. Все, обиделся, блядь. Да, это, блядь, не Дубайск. -5, сука. Потрясающе. Самое время сходить на работу в 7 утра. Обожаю, блядь, обожаю. Путун, путун, хобби. Хобби. Пунтян, пун. И, зайнар. Шучили. Классная куртка. Киво 60. На, держи телефон. Да, я померяю куртку твою. Держи, снимай меня. Она что-то маловато на меня чуть-чуть. О, глянь. Пьяуляма. Пьяуляма, красиво. Спасибо. Про мать лишнее было. Чемпион. Просто чемпион. Ребятки, многие из вас спрашивают меня, правда ли, что в Китае провели самый быстрый интернет скоростью 1,2 терабита в секунду, где можно качать 150 фильмов в HD-качестве прямо за 2 секунды. Да, это правда, но не у меня. У меня интернет залупа ебаная так и осталась. А вы верите, что, допустим, вот начиная с 6 века там нашей эры, были кланы вампиров, и они до сих пор существуют, и это серьезные ребята, которые прячутся среди нас. Никто о них не знает, но они руководят миром. Ну, вампиры существуют. Я не ебанат, я просто насмотрелся фильмов. Нихуя, я это так не оставлю. Ну вот хорошо, если вы не верите в вампиров. Хорошо, люди с какими-то нечеловеческими, аномальными сверхспособностями существуют или нет? Ну, кто-то реально обладает там телепатией, кто-то может двигать предметами. И, ну, или еще чем-нибудь там, читать мысли, я хуй знает. Но их сильно скрывают от нас, и никто не знает, и над ними хуеву тучу опытов уже там производили. А есть такое или нет? Ебаная мразь, утро это, блять. Боже, Кокс, ты что, с ума сошел? Дорогие игрушки идут нахуй, да? Обертка от конфетки. Вот что нам надо. Да, да. Вот типа антарка моя. Нельзя хавать, блять, ее. Гараж. Что сегодня? А сегодня у нас сальцо запеченное.
две куриные ножки, яичко парное с креветочками и соевым соусом, брокколи, тоже охуительно вкусное. И это получается бобы с жареной картошкой. Это разъебалово нахуй. Это, ребята, разъебалово нахуй. Бамбуковый чай. А, чаши чушун чай. Он напрет меня? What? Только я прошу тебя, не открывай глаза. Давай руку. Не открывай, не открывай. Давай, пошли. Прямо, прямо, прямо еще. Еще. Этот день я хочу с тобой провести здесь. Открывай. Охуеть. В смысле охуеть? Это пельменная, блядь. Видите название вот этой стоматологии? Видите вот эту стоматологию? Вы ее видите последний раз, блядь. Сейчас вот эти два болта и вот эти два болта. На них сейчас наденутся зубки. И все. И все это заполируется, почистится. И все, и я последний раз здесь. Аж как-то обидно, знаете, они стали даже семьей моей какой-то. Полтора ебучих года, нахуй. Полтора ебаных года я чинил эти ебучие зубы, блядь. Которые, сука, по ценнику каждый из золота, блядь, сделан. Зуб ебучий. Охуительно. Понаобещал вам, да, что сейчас буду с новыми зубками. Нихуя. Мне их не поставили. Померили пластиковые какие-то насадочки. Подпилили их, подровняли, все. А говорят, еще 10 дней жди зубы. Ебать. Да сколько можно, нахуй? Ребятки, помните, что никакого секретного ингредиента нет. Секретный ингредиент это ты сам. Случайности не случайны. А, закоротило, гандон? Смотрите, какая хуйня у меня. Пизда просто. Каждую зиму такое случается. Лопаются капилляры, пересушивает от кондиционера слизистую, прикиньте. Каждую зиму такая хуйня. Может, рак глаза нахуй? Вы помните вот этот супчик? Я уже вам миллион раз его показывал, но покажу миллион первый, будьте добры, посмотрите. Смотрите, из чего он состоит. Лапша просто охуительно вкусная, прямо вот из теста пшеничного. А свиные ребра... зеленюшка... Но самый прикол, это чуть подостренная юшечка. Вот она, знаете, какая? Я вам не могу объяснить, что это за юшка. Это, блядь, типа на сливках какая-то. Ебать, она какая вкусная. Да, это сливочный бульон. Вот сейчас уебали бы вот эту тарелку, потому что я уебу ее. Наверное, даже две уебу. А потом пойду, знаете что? Здесь вот у повара как раз удобная стойка. Вот так, чтобы опереться. Ой, иди нахуй со своими шутками про повара. Ты уже заебал, блядь. А увеличь меня в конце, как я ем. Прям увеличь, чтоб аж... Ну и мразь, блядь. Смотрите ценники. Помело, блядь, 2,48. Мандаринки отборные 3,99. И 1,65 хурма. Просто сладющая, блядь. Вы посмотрите, какая. Ля, просто огромная, мягенькая. Как же я обожаю хурму, блядь. Киви 3,99. Ебать здесь ценник на фрукты. Просто пиздец вообще. Такие копейки. И вспомните, сколько у нас мандарины под Новый год. Та, сука, почку надо продать, чтоб ебучий килограмм мандарин купить. Ценники на водичку. Если что, китайская водичка стоит, ну, типа, юань 50, юань 80. То смотрите, вот здесь есть раздел «Съебать-ебать водичкой». Ну ладно, Эвиан 4,50, да. Сан-Пеллегрино маленький 6,90. Перье 7,80. ВОЗ спарклинг газированная 15,80 в стекле. Ладно, 5,90 ВОЗ не газированный. Сан-Пеллегрино большой 7,50. Но у меня есть вопрос вот нахуй. Тридцатка, блядь, за шо? Это с тигра съебучего собирают дождевую воду. Это или шо? За шо тридцатка, блядь? За 0,5 воды нахуй. Она освещенная или я шо? Я не пойму. Что за хуйня? Вообще не понимаю, блядь. Распаковка нахуй. Сейчас мы сделаем обзор штуки, которая просто незаменима для долбоебов таких, как я, которым просто нехуй делать и скучно живут. Итак, поехали. Мы открываем зубную пасточку. Мы берем специальную насадочку. И дальше мы выдавливаем пасточку. Ха! Прямо с очка собачки, блядь. Посмотрите, как потрясающе. Аж хочется, знаете, почистить зубки. Охуительно просто, блядь. Ляп. Ляп, блядь. Вот так вот вытрем жопку собачки. Смотрите, штука просто охуительная. Ну, сейчас чуть замазано очко. Ну, ничего страшного. Распаковка нахуй. Отель Хаят. 5 звезд. Центр Лени. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Итак, прямо на входе. Какая-то интерактивная система, нихуя себе, которая все включает. Видите, свет везде. Большое зеркало. Дальше. Шкаф для одежды. И все это выглядит довольно-таки нехуево. Прямо вот новенький, знаете. Дальше. Две кровати с мягким охуительным матрацем. Картины какие-то.
большой плоский телевизор, заебись. Чаек, кофе, бутылированная водичка, естественно, все есть. Все, естественно, бесплатно, напиточки. Вид на балкон открывается или нет? Нет, какая-то теплица, нахуй. Ну вот он вроде бы компактный, но знаете, выглядит он прямо заебись. А, еще туалет. В туалете сейчас. Ебать. А что ты тут делаешь? А тебя это ебать не должно. Большие гады. Распаковка нахуй. Итак, новые трусики подъехали. Запаслись, так сказать, можем себе позволить. Кайлин Килай нахуй. Кельвин Кляйн? Нет, пошли они оба нахуй. И Кельвин, и Кляйн. Вот, Кайлин Килай. Вот эта пушка. Гомер. Дальше. Кайлин Килай, Пикачу голубенькие. Просто разъебалово. Вот этот цвет просто потрясающий. Какой-то... Походу, тасманский дьявол. Розовенькие, ля. Вы посмотрите, какие рисунки. Красивенные, блядь. Какие насыщенные цвета, ребят. И всего-то 15 юаней за трусы, блядь. Посмотрите. Да? Класс. Кельвин Клайн там оригинальный. Знаете что? Две вот таких дырки на очке. Вывод. 15 юаней, либо 550 юаней. Пошел еще раз ты нахуй, Кельвин Клайн. Вот лупа, а вот я за ней. Видите? За лупа. Получается, за лупа. Ебать. Нихуя себе. Ну, у тебя хоть есть что пристегивать, да? Угу. Гордишься, что волосы большие у тебя? Ну, честно говоря, да. А у меня нравятся тебе мои волосы? Да, шикарные. Спасибо. Так, все, ребятки, я дома, мы сняли. Выпуск будет просто разъебалово. Я прям уверен. Сука. Я честное слово вам говорю, это будет прям разъебалово. Смотрите, какая прикольная штука. У них есть планшет расписания. То, что они должны сделать за сегодня. Вот ты две галочки уже сделала, да, сегодня? Хорошо. Ага, ты моя умочка. Класс, да? У меня бы было постоянно ноль. Постоянно. Я бы даже не писал сюда ничего. А зачем? Распаковка, нахуй. Итак, погнали. Я не знаю, как я вообще жил без вот этой хуйни. Открываем ее. Не совсем аккуратно открываем. Как и вся жизнь идет по пизде клочками. На носик, вы скажете, клоунский. Нихуя. Какая-то штука, что высувать в себя, тоже нет. А что это? А это какая-то железная подставочка. И вот такая штука. Для чего, Саша? Для чего нахуй, вы спросите? Вот эта вот шляпа. А я вам отвечу. Я специально для этого купил 4 орешка. На меня в супермаркете смотрели, как на долбоеба. 4 ореха, говорит. Здесь даже юаня нет. Просто забери, мальчик, уйди. Я говорю, нет, я заплачу. Смотрите, мы кладем этот орешек, ставим вот эту хуйню, оттягиваем. На, нахуй! Ля! Ля! Блядь, вы серьезно? Получай орех, ебаный! Ля! Господи, это лучшая находка. Больше никаких сломанных дверей, отбитых пальцев молотком. Ничего. Да и серьезно, можно и на нос, блядь, ее, знаешь. Можно и сувать в себя. Короче, предназначений очень много. Можно с кентами играть, поняли? На шалбаны. Только вот такой хуйней. Бам! И черепно-мозговая травма, нахуй. Класс, да? Да, у меня всегда, знаете, какой вопрос? Почему водители автобусов в Китае выглядят так круто? Вот посмотрите на типа. Он как будто на задание едет на какое-то, знаете, как люди в черном. Вот сейчас мимо него проеду, вот он. Класс, да? Господи, что ж творится? Что ж творится, люди? Средь бела дня закапывают труп. Ребятки, мы с Катюхой набили татухи. Я Александр, она Екатерина. И смотрите, вместе у нас все получается. Ля, сила, да? Почему так, нахуй? Ля, чуть сосуды не лопнули. Ай, блядь. Всегда орал дедов, мужиков, которые по утрам вот эту симфонию. Думал, блядь, как ты еще, сука, живое? И не понял, как я сам стал этим дедом. Я только что исполнял 5 минут, наверное. Блять, думал, сдохну. Господи, да почему ж всегда так страшно сюда заходить? Пойдем, девочки, пойдем. Мальчика задержали за то, что очень красивый он. Это из БТС, походу. Из БТС, мальчик. Милее вот этой хуйни вы не увидите уже вообще ничего никогда. Смотрите. Носочек! Носочек на подножечке, блять, мотоциклика! Носочек, ебаный сыр! Пацаны, видели? Видели носочек маленький? Охуительно, да? Ну что, когда за дело берется профессионал, мы сейчас вытянем вот эту хуйнюшечку маленькую, смотрите, потому что Коксик очень любит эти шарики. Коксик пиздец любит играться в ними. Бери, бери, бери. Не отпусти. Да есть, нахуй! Есть! Блять, вот это я профи. Вот это человек-профессионал, блять. Я сейчас ищу, я сейчас повытаскую все шарики нахуй. Я сейчас обанкрочу этих типу. Нет! Ёбаная, корявая, безрукая хуйня.
Извини, брат. Бейсбольный. Тащи. Возьми, возьми, сука. Задроченная. Да нет, ну петушатина ебаная. Ладно, один высунули. Девочка, у меня здесь такой экшен, ты даже не представляешь себе. Вот. Оно? Ладно, один есть и все. Заебок вообще. Миссия выполнима. Потрясающе, ребят. Последние такие погожие теплые деньки ноябрьские. Вышли погулять в парк. Красота просто непередаваемая. Серьезно. Вот посмотрите на эти кувшинки. Либо лилии, как это нахуй называется. Все завяло в пизду. Как и жизнь твоя идет. Все по пизде. За что бы ты ни взялся, все рушится тупо. Нихуя ты не достигнешь в этой жизни, блядь. Ничего у тебя не получается. Все идет по пизде. Постоянно круговорот пиздореза постоянного, блядь. Даже суши, сука, разваливаются в твоих руках. Нахуй. Вы прикиньте, и он сразу показал, какое лекарство мне надо. Ты приходишь в аптеку и говоришь, у меня заложен нос. Последствия гайморита, заложенность носа сильная. И они звонят врачу сразу. И врач тебе назначает. Прикиньте, в аптеке прям, блядь, они звонят врачу. При каждой аптеке привязаны несколько врачей. Ебать, как это круто. У кого какая ноздря забита? Быстрее пишите, правая или левая, блядь. Вчера был первый день приема этих антибиотиков ебучих. Сегодня с утра просыпаюсь, вот здесь вот ощущение, что камень, сука, какой-то. Наклоняюсь, вот здесь боль адская. Вот здесь две пазухи тоже болят. Ебать, гайморит — это страшнейшая прям хуйня. А мне еще вчера, знаете что? Ну, Кент сказал так, чисто поддержать, знаете, боевой дух. Кстати, если его запустить, лопнет и гной в мозг пойдет, говорит. Это прям ментальное. Пошел ты нахуй, хуесосина, блядь! Сита, Лао Тай Тай. Старая бабушка Ксита называется это заведение. Пошли, сделаем его обзор. Это своего рода корейское барбекю, но выглядит оно просто охуительно. Смотрите, вот здесь список всего того, чего есть. Вы посмотрите, в каком стиле сделаны вот эти вот столики и барбекюшницы. Смотрите, как все красиво в традиционном таком китайском. Просто разъебалово. Верхушечка вообще, да, типа заборчик, деревянные какие-то поделки. Люди хавают. Смысл вы поняли. Вон там сидим. Мы едим эти, естественно. Я более такой, знаете, диетический вариант. У меня курочка и рис, а девочки свинину жрут нахуй. Так, смотрите как. В общем, на барбекю все это жарится, вытягивается, блядь. И все вот эти салатики, все это на халяву, все это бесплатно. Можешь вообще добирать что угодно. Все специи тоже бесплатно. Мы заказали чисто мясо. Блять, да как же это круто. Ну, начнем. На очереди ебаные овощи. Итак, картошечка, кабачок, батат. Ну, то есть, вот эта сладкая картошка, поняли? Грибочек, какая-то еще хуйня, лучок. И они приносят, когда на очереди овощи, приносят специальную хуйню, видите, которая, вот, оно не на сетке теперь жарится, а типа вот как тушится. И вроде бы даже свой какой-то прикол в этом есть. Ну, оно даже по-другому на вкус. Спасибо. Батат и ебанина жуткая. Здесь спицы. Они только что поменяли сеточку, и говядина жарится на спицах, прикиньте. Смотрите, мы берем мяско, заворачиваем в листик салата. Дальше вот это все в арахисовый соус макаем. Рот ебалось нахуй. Нам снова поменяли вот эту ебучую насадку, и что сейчас? Сальцо с лучком, вы представляете? Жареное сало с луком, блядь. Вы посмотрите на эти кусочки. Да ебаный рот, блядь. Не скидывай конфетки на пол. Не скидывай, хорошо? Шерстяное хуило. Не скидывай конфетки на пол. Хуесос, блядь. Подойди, на секунду. Подходи. Вот за сколько съела вот эту хуйню? За сколько съела? Ну вот так вот прям рукой берешь и, блядь, и... Ну быстрее. Ну, у каждого есть своя цена. Ну быстрее. Миллиард долларов. Миллиард долларов. Пиздец. Я бы за 200 гривен уебал бы. Вообще. Девочка приехала в гости ко мне, прикиньте. Приятно просто до опизденения. Такой долгий путь, чтобы увидеть. Не, ну как бы понятно, знаете. Я того стою, девочки, чтобы приехать ко мне хуй знает откуда. Я стою того. Цените себя, мои хорошие. Все, я вернулся. Экшен был вообще пиздец. Приехала девочка. Не, ну мне приятно до опизденения. И получается, мы успели только попить кофеек. Я говорю, а во сколько у тебя поезд? Она говорит, в 6 часов вечера. Я говорю, ну поехали тогда со мной на зуб.
зубы. Мне как раз привезли импланты, которые сегодня должны были ставить. Короче, села она в стоматологии, и мне несут импланты, они здоровые. Я начинаю орать, блять, это не мои зубы, где мои зубы? Она смотрит, говорит, я, наверное, поеду. Я говорю, нет, останься, мне не те зубы, блять, прислали. Сука, они говорят, хорошо, мы неделю переделаем тебе другие зубы. И, короче, вся возня вот с этими зубами, 4 часа она сидела, слушала и говорит, охуительно. А, в общем, ребят, все, кто хочет ко мне приехать, приезжайте. Будет потрясающе весело. Я сегодня получила подарок от Альбины. Это love, love написано. Дальше. И мы всегда смеялись, что это свинья похожа на меня. Это там мышка озвучивает Сет Макфарлейн. Да, да, да. Он же пел. Да, and now он пел. The end is near. Нет, мышка маленькая. А, ну вот. And this is my дальше way. Фрэнка Синатра, my way. Красивенные. А есть больше значков Nike? Саша. Ладно, а что еще? Кофточка. Ты не думаешь, что у меня чуть-чуть маловато? Я что, проще? Восхитительное, изумительное, удивительное, а потрясающее, сногсшибательное. Это все? Нет, это я. А ты внутри? Олиночка. Олиночка. Поздравляю с днем рождения. Рождения. С любовью, твоя подружка Альбина. Лично дарит тебе эту открытку. Ай, доля воровская, как и людская. А это мои соски через 50 лет. Какие 50? Это она типа мне года намекает. 4. Года 4-5. Все. Спасибо. Ребяточки, на будущее, если кто-то найдет дракона, не нужно выбивать его. Драконы миролюбивые. Вас просто научили, что они плохие и хотят вас съесть. Нет, драконы хорошие на самом деле. Пожалуйста, доверяйте им. К нам пришел мужик, служба безопасности газовая, короче, проверка. Я фильм видел, который также начинался. Типа, пришел мужик, сумку достал и говорит, здесь у вас потекло. Но, к сожалению, это не тот. Интересно, ему понравилось вот это вот? Ну, плакат мой, который висит. Думаю, заценил. Я знаю, что всем абсолютно поебать, и тем не менее, я веду свой какой-то дневник выздоровления. Гараж. Ебать, гараж страшный, лягло засветится. Короче, лобная часть теперь вот здесь вот не болит, но болит еще вот здесь вот. Пазуха, поняли? Гараж, блядь! Все, он потушил глаза. А, нет, опять включил. Пиздец, он страшный какой. А, все, нос уже... В принципе, дышит и та ноздря. Короче, антибиотики спасают прямо от этого хуйни, от гайморитной. А, всем очень рекомендую, ребят. Что рекомендую? Антибиотики? Долбоеб, блядь. Если вам это понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, пока-пока.